Я очень люблю свою профессию, горжусь своей профессией. Считаю, что она очень важна в жизни. И она очень нужна, эта профессия. У меня был ребенок один, я была еще молодая. Он ко мне подошел и спрашивает: Лариса Валентиновна, а можно я буду вас просто Ларисой называть? Дети, конечно же, когда-то должны покинуть стены школы и должны вставать на крыло. Я считаю, что для них это очень интересный этап жизни. И я с радостью их провожаю, я их благословляю в этот путь с легкостью, с радостью, чтобы им было легче идти по жизни. Ну, мне вообще как человеку всегда жаль, когда человек сворачивает не на ту дорожку. Но всегда есть в жизни такой момент и, может быть, такой выход, когда человек может исправиться. У человека всегда есть возможность исправиться и все хромлющее выпрямить. И я хочу пожелать коллегам, чтобы они любили свою профессию. Я хочу, чтобы в эту профессию попадали такие люди, которые любят детей. Потому что от этого зависит успех нашей профессии. В этой профессии без любви просто невозможно существовать. Просто невозможно.